Второй президент Армении Роберт Кочарян намерен участвовать во внеочередных парламентских выборах во главе блока партий, которые должны пройти 20 июня, тем самым создав серьезную конкуренцию на предстоящих выборах его оппоненту Николу Пашиняну. Об этом он заявил в интервью в программе «Познер» на Первом канале. 10 лет я возглавлял страну, но являюсь беспартийным. Буду участвовать во главе блока партий. Скорее всего, это будут две партии», — заявил он. Однако не уточнил, какие именно партии создадут блок для участия во внеочередных выборах. Так называемое, ну это нарицательное слово, Сороса, но так называемое, это блок неправительственных организаций, считающих себя глобальными, скажем, необъявляющие глобальные ценности, не глобальные, они работают очень убедительно, как оттачивается. Основа нашей деятельности.